Меня зовут Светлана Сигаева. Мне 45 лет. Город Могилев. По образованию медсестра, многодетная мама. Недели две, как я употребляю детокс. Стало меньше раздражительно, хотя еще есть, надо над этим работать. Нормализовался сон. То есть я стала легче засыпать и намного раньше стала вставать. Появилось очень много сил и энергии. То есть хватает практически на все. И еще хочется, чтобы все время что-то делать. То есть просто сесть и сидеть, тупо смотреть телевизор, я уже не хочу просто. Мне надо это все куда-то выплеснуть. Вот. То есть спасибо огромнейшее продукту, я очень довольна. Очень.